Пожалуйста, кроме адаптера. Заветные ключи от новой трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Бахыт» получила жительница города Шымкента Тажениса Шерметова. Мы сегодня получили долгожданные ключи от нашей квартиры. Мы очень счастливы, потому что мы в скором будущем, у нас пополнение, и мы вовремя получили свои ключи. Рахмет. Мы, когда увидели квартиру, сразу влюбились и почувствовали, что это наша квартира. И очень ее захотели. Владельцы квартиры благодарны застройщику ТЭО «Оңтүстік Құрылыс Сервис», так как в жилом комплексе предусмотрено все от благоустройства двора до паркинга. В каждом подъезде имеется лифт, в квартирах отдельные санузлы. Данный комплекс состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Минимальная площадь квартиры 66 квадратов, максимальная 118 квадратов. Данный комплекс был построен по методу сборно-каркасного метода. Все элементы конструкции были произведены на заводе ЖБИ от ТО «Оңтүстік Құрылыс Сервис». Строительство жилого комплекса «Бахыт» было начато в 2018 году. Первая очередь комплекса была сдана в 2020, вторая – в марте 2021 года. Данный комплекс является вторым проектом застройщика. Жилой комплекс «Бахыт» был построен при долевом участии дольщиков. Между банком и корпорацией «Оңтүстік Құрылыс Сервис» мы заключили соглашение. И на основании соглашения это мы реализовали квартиры. Там главная фишка в том, что цена ниже рыночной и по долевому строительству. То есть мы заключили трехстороннее соглашение единым оператором ФГЖС и банк, и компания, строительная компания. Мы на этапе строительства можно заключить, то есть соглашение, и оформить кредитный займ. Займ рассмотрен на 19-20 лет, первые 3 года по 7%, потом снижение ставок. В жилом комплексе «Бахыт» сдано более 30 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений. В дальнейшем «Оңтүстік Құрылыс Сервис» планирует запустить более 4 проектов строительства на территории Шум-Сити в городе Шымкенте. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нургилде Садуакас, информационная служба телекомпании «Утрар».